Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Эксперимент. В ходе научного эксперимента 12 обыкновенных людей добровольно становятся на 2 недели заключенными тюрьмы, в то время как 8 таких же добровольцев становятся надзирателями. Задача первых – соблюдать правила тюремного режима. Задача вторых – поддерживать порядок. Но человеческая природа берет свое, и эксперимент выходит из-под контроля. Под бесстрастными взглядами ученых надзиратели упиваются властью, унижая заключенных, и в тюрьме назревает бунт. Телекинез. Невзрачная старшеклассница по имени Кэрри с рождения обладает способностями телекинеза. Давление со стороны фанатично-религиозной мамочки и постоянные издевки сверстников лишь способствуют развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить над ней, что приводит к фатальным последствиям. Девушка по соседству. Класс коррекции. После многолетнего домашнего обучения девочка-колясочница Лена Чехова переводится в среднюю образовательную школу в класс коррекционного обучения, объединивший в себе детей с различными отклонениями. Там она не только встречает свою первую любовь, но и впервые в своей жизни сталкивается с жестокостью окружающего мира. Отважный Ю. Фильм расскажет о смышленном 13-летнем мальчике Ю, который убежден, что жизнь опасна. Для того, чтобы пережить молодежную школу, следует избегать такие ловушки, как однокашников-забияк, опасных для здоровья занятия спортом и симпатичных девочек.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!